Буквально на днях произошла трагедия, подробности которой стали известны сегодня. 23 августа 16-летняя Юлия Чернова, проживающая в поселке Октябрьский Кинельского района, отправилась к своему парню на велосипеде. Они договорились вместе погулять. Он шел ей навстречу. Парень Юлии Черновой на дороге увидел дорогую иномарку, которая стояла возле обочины. Подойдя ближе, он увидел тело девушки. В темноте при свете фар он не понял сразу, кто это. Пройдя немного дальше, он увидел кроссовок, именно такой, как носила его подруга Юля. Он бросился к подруге, но водитель автомобиля начал угрожать и отогнал парня. Тогда парень позвонил матери Юлии, которая вызвала сотрудников полиции и сама приехала на место аварии. Водителем, сбившим девушку, оказался сотрудник полиции Сергей Зацепин, занимавший должность начальника полиции по Сергиевскому району. После аварии он уволился задним числом из органов. Местные жители видели, как за час до аварии Зацепин распивал спиртные напитки в придорожном баре. Мать Юлии также утверждает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Но вот в протоколе это никак не отражено. Местные жители обратились к правозащитникам. Они считают, что уже бывшего сотрудника полиции пытаются выгородить или попросту отмазать. Исходя из того, что велосипед отлетел на 20 метров, можно предположить, что автомобиль двигался со скоростью значительно больше 100 км в час, при том, что в месте аварии разрешенная скорость составляет 60 км. Родственники Юлии Черновой рассказали, что Зацепин просил их договориться с матерью погибшей девочки, чтобы она не поднимала шум, и предлагал 200 тысяч рублей. Благодаря СМИ эта история стала публичной, и ей занялась Генеральная прокуратура. Будем надеяться, что там остались порядочные люди, которые разберутся в этом деле беспристрастно.